Всем доброго дня! Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня у нас очередной отчет в совместном проекте «Непара», организатором которого является Галина, канал «Вязание на перемене». И у меня опять две готовые работы, как вы можете видеть в кадре. У нас параллельно в мае стартовал еще один совместный проект. Да, почему носки, к слову сказать. Собиралась я в этом месяце начинать футболку для дочери к лету. Но май у нас не майский и совсем холодно, и как-то лето мы еще не ждем. И я надеюсь, что я ее успею еще ее связать, да, она вяжется быстро. У меня так и лежит с последнего подключения по проекту. Этот моточек со спицами на столе, да. Ну, к чему носки? У нас стартовал в мае еще один проект, скажем так, который уже подходит к завершению, и итоги которого вы все увидите в следующем видео, если вам интересно наблюдать за данными проектами. В общем, проект был носочный. И в проекте с Галиной Непара мы вяжем опять-таки парные изделия, да, и в проекте у Анны в дюжине носочной, да, я вдруг вошла во вкус, вошла в раж, в азарт по вязанию носков. Мне дюжины, то есть 12 пар показалось мало. А, как я уже говорила, наверное, не раз, идей у меня на миллион на модели именно вязания носков, не знаю, как быть правильно. А времени, проектов и всего остального мне почему-то не хватает. И решила еще догнаться все-таки, догнаться именно носками. Вот эти вот сиреневые носочки у меня были начаты ранее, связаны у меня были половина, и я их довязала. Сделала такой здесь обычные носочки, пятка бумеранг, ленивый бумеранг без укороченных рядов. И как она вяжется, есть у меня на канале. В плейлисте фрагменты носки носков, отдельные части носков, по-моему, называется так. Если кому интересно, проходите, смотрите, пользуйтесь. Очень просто, легко вяжется, справится каждый. Что добавила я в мыске? Я обычно раньше закрывала ленточный мысок в каждом ряду. Здесь решила немножко сделать его закругленным таким и сделать через раз. И опять же таки записала такое коротенькое видео, коротенькое, как я его закрывала, этот мысочек. Он получился такой закругленный. Закруглять так, закрывать можно не только в носочках, и, кстати, в варежках тоже. Это очень удобно. И тоже засняла перед началом проектов, да. В конце апреля где-то он у меня вышел на канале, так что тоже есть этот способ, да. Кому интересно, проходите и смотрите. Носочки простые, в общем, я их доделала, да. На наличие это у меня будет шерсть. Из шерсти связанный я такой джемперок вязала дочери. Вот у меня остался остаток, как раз хватило на носочки. Еще остались такие небольшие два клубочка. Возможно, я опущу что-то с чем-то скомбинирую, и будет еще интересна какая-нибудь модель. Дальше. У меня связалась пара, да, следков. Следочки вот такие. Очень хорошо сидят на ножке. На манекен я их уже мерила, то есть очень даже неплохо. Да, носки и следки связаны у меня на размер 37. Вязала из остатка, или, по-моему, даже из распуска, я уже не помню. Честно говоря, потому что пряжу я обрабатываю, да, когда, если у меня идет в работу распуск пряжа, я ее обрабатываю, подготавливаю. Как это сделать, если не забуду, оставлю тоже ссылку в инфобоксе. И там же в том видео, в которое вы в инфобоксе найдете, я показываю, как посчитать метраж пряжи, если он не указан. Как правило, если мы какое-то изделие распускаем, и особенно если касается фабричных изделий, например, если вдруг вы пользуетесь такими приемами, да, будет вам приемчик, как посчитать, как выровнять пряжу, посчитать ее метраж, да, если он неизвестен. Именно метраж на 100 грамм, поэтому оставлю, если не забуду. Если я вдруг забыла, и вам эта информация нужна, пишите в комментариях, обязательно дам ссылочку, там все подробно объясняю. Так вот, связала такие вот следочки еще, да.
У меня, повторюсь, идей куча, и, по-видимому, свяжу я дочке еще одну ночную футболку летнюю, да, свяжу я ее. И, по всей вероятности, я вошла во вкус. И, наверное, до конца проекта буду вязать именно с дочки, потому что идей много. Хочу наполнить свой канал мастер-классами. И плюс еще навязать ассортимент, чтобы попробовать себя, что называется, в выставках и ярмарках. Поэтому мне ассортимент насущных изделий, ну, очень будет необходим. И по данным следочкам я записала тоже мастер-класс. Он у меня сейчас лежит на монтаже, в монтажной программе. И уже, вероятнее всего, в начале июня на эти следки выйдет максимально подробный мастер-класс. Так что, если вам интересно, не только мастер-класс на данные слитки, а вообще мастер-классы по насущным изделиям. А я планирую за лето их выпустить много, потому что и участие в насущной дюжине, и участие с Галиной в совместной проекте «Непара», они не пройдут даром. По многим моделям будут записываться мастер-классы, либо же приемы отдельные, либо же какие-то фрагменты отдельные, провязывания участков каких-то определенных, да, именно отдельных частей, приемы и все остальное связано с насущными изделиями. Так что, если вам тема носочков и следочков, пинеток и вообще носочных изделий интересна так же, как и мне, я знаю о них очень много, да, и готова делиться всем этим с вами, что и планирую делать в летнее время, чтобы вы вместе со мной смогли себе навязать много чего интересного и красивого, и согреть свои ножки и ножки своих близких в зимнее холодное время года. Вот. Такие вот у меня две работы и такие вот у меня новости. Поэтому следочки, носочки продолжать вязать буду. Попутно начну футболку для дочери, соответственно, в следующем, наверное, уже подключении, в следующем месяце, в следующем отчете, я что-нибудь по ней обязательно покажу, потому что вот все-таки насущная тема, это вот прям я в ней вся, наверное, и меня она немножко зацепила. Ну что ж, следующий будет обязательно, наверное, футболка, потому что уже все-таки лето не за горами, оно уже скоро на днях, можно сказать, да, и надо бы мне ее уже начинать, и соответственно, уже в следующем месяце я и займусь. Ну что ж, на сегодня у меня все. Я надеюсь, было для вас интересно. Если это так, жмите пальчик вверх. Не забывайте подписываться на канал и нажимать серый колокольчик, чтобы не пропустить интересные, полезные и новые выпуски на моем канале. Также не забывайте проходить к девочкам, участницам проекта. Все ссылки будут в описании под этим видео. Нажимайте кнопочку «Еще», вам развернется список всех участниц, да, по которым вы сможете пройти и посмотреть, что вяжут девочки. А там очень много всего интересного, есть чем вдохновиться. Вот на сегодня точно все. Спасибо за внимание и пока. До новых встреч!